Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане, который начнется завтра, это площадка для международного полилога и эффективная предпосылка тому модель межэтнического и межконфессионального согласия в обществе, которую притворил в жизнь Казахстан. Этот опыт дает хороший посыл мировому сообществу в качестве успешного примера в решении такой важной задачи, как сохранение толерантности и взаимопонимания в стране, где живут представители разных наций и вероисповеданий. По мнению делегата съезда, генерального секретаря ОБСЕ Ламберта Заньера, именно такие инициативы сегодня приковывают большое внимание к казахстанскому обществу. Мы, как международное сообщество, должны отдать должное руководству и дальновидности президента Назарбаева, который создал в стране такую модель взаимоотношений в обществе. Казахстан по-прежнему работает на укрепление единства в государстве. Вам удалось вовлечь в этот процесс все этнические группы и представителей всех религий. Я думаю, это отражается на всей политике страны. Например, у всех есть доступ к образованию, возможность развиваться, изучать свою собственную культуру. Учтен и религиозный аспект, и это важно для укрепления национального единства.